She know how to break my bones. She know how to break my bones. She can make the sun turn cold. And she said, tell me. Кто это? Что за бардак? И мне теперь все это убирать? А ты кто такая? Ты ведь в моей комнате находишься. Это ведь мои любимые вещи. Если ты ненормальная, прицепи себе цветок на голову. Ты же людей пугаешь. Если ты собираешься делать подобные вещи, тогда говори хотя бы «извините». И не стыдно тебе? Посмотри сюда, сюда смотри. Серьезно. Вишенка. Но ведь она не незнакомка. Тогда что она делала у вас дома? Она на самом деле моя жена. Ваша жена? Да. Я был жесток. Прости. Не доверяешь мне? Поэтому не пожала руку. Не буду торопить события. Этот браслет. Красивый. Красивый. Ты что за человек вообще такой? Эй, правильно, ты должна их носить, вместо того, чтобы ходить босиком. Серьезно, иди сюда. Ей весело. Что здесь делает взрослая женщина? Ты в порядке, не поранилась? Что это? Ты умеешь улыбаться? Ты что, собака? Почему так дико себя ведешь? Хватит дуть, пей уже. Я пойду умоюсь, а ты пока переоденься вот в это. Ну, на самом же деле, прекрати играть со светом. Отдай. Отдай немедленно. Ты хоть иногда ведешь себя скромно? А вот сейчас не надо. Мой идеал — это умная, начитанная женщина, а ты просто абсолютная противоположность. И не надо мне тут похотливым взглядом на меня смотреть. Напугала меня. Эй, что с тобой? Ты на всех симпатичных парней так смотришь? Смотри, сколько хочешь. Ты что творишь? Ты всю ночь так просидела? Хватит смотреть и отдай. Куда ты идешь? Как ты нашла выход? Хорошая работа, глупышка. Это моя жена. Ты сказал, я твоя жена. Это ничего не значит. Это просто друг. Друг. Друг? Твои глазные яблоки. Мои что? Они красивые. Да? Правда красиво? Что такое любовь? Такой, как ты, лучше не влюбляться. Почему? Если ты кого-то любишь, то ты веришь любым словам. И это означает, что ты вляпалась по самые уши. Что ты должна сказать в таком случае? Я тебя люблю. Нет, чему я тебя учил? Я голодна. Ты хороший человек. Ты знаешь, какой я? Ты хороший человек. Только отпусти ее. Эй, проваливай. Почему? Я ж твоя жена. Придурок! И что теперь делать? Ты почему смотришь вниз? Cause I don't be the same when you're not around. Girl, you know you make.
Я люблю тебя. Что произошло? Я схожу с ума. Божечки, напугала меня. Ты кто? Как мне добраться до Сеула? Что? До Сеула это прямо, а потом налево. Спасибо. Здесь больше людей, чем в море анчоусов. Как мне найти ход, Джунджи? А еще у меня есть улика, фото той девушки из Испании. Будешь и дальше все отрицать? Ты больше не вспомнишь меня. Мы знакомы? Почему на этой фотографии мы вместе? И почему я тут с Хо Джунджи? Ты знаешь, как меня зовут? Мы знакомы? Почему ты меня преследуешь? Мне надо идти. Я могу пойти с тобой. Тогда ответь. Мы ведь знакомы, да? И что тогда произошло? Ты знаешь, что это? Знаешь ведь. Это подарок. Подарила мне? Да, тебе же он понравился. Привет. Да. Хо Джунджи, уже утро. Давай покушаем. Я узнал об убийстве и приехал к своей девушке. Она очень пуглива. Пойдем, дорогая. Ты сильно испугалась? Ты зачем открываешь двери всяким незнакомцам? Это был человек, а не акула. Человек бывает более опасным, чем акула. И если незнакомец постучится, то не смей открывать дверь. Куда убегают маленькие человечки с экрана? Позвоню им и спрошу. Алло? Эй, ты что делаешь? Но почему твоих друзей еще нет? Они сегодня не придут. Твоя ухмылка меня просто вводит в ужас. Может, дашь мне свой номер телефона? Забыл кое-что сказать. Если кто-нибудь попросит твой номер, ни в коем случае не давай, хорошо? Почему? Это плохие парни. Хо Джунджи, а ты где? Я очень далеко от тебя. Хо Джунджи! Ты волнуешься обо мне? Да. Я же голодная. Тогда до завтра, дорогая. У тебя красивая шея. Эй, а ну-ка внутрь, пошли. Что это? Холодина же, зима. Иди в штаны переоденься и волосы распусти. Эй, ты чего контролируешь ее прическу и наряды? Ты ее классный? Я все выслушаю и сотру из памяти. Правда, все забудешь? Ты это забудешь? Не уходи никогда. Алкоголь, оказывается, это хорошо. Я думаю, алкоголь — это лучшее из того, что придумали люди. Кто такая эта сыва? Какая-то другая рыба, с которой ты флиртуешь? Красивая? Да, красивая. А я? Ты тоже красивая. Определись, как ты можешь назвать нас обеих красивыми. Ты что, двуличный, да? Что? Отвечай быстрее, я не в настроении сейчас. Ты... Недалекий болван, все еще дуется и не хочет разговаривать? А ну хватит. Че хвостишь меня вдоль и поперек? Откуда он знает? У него синдром принца. Решил, будто все его обожают. Эй! Что? Что они творят? Играют в догонялки здесь? Try to prove I can be your